Вот строй нового лечебного учреждения в Светогорске стал возможным благодаря проведению реорганизационных мероприятий в рамках реализации пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения. Вы знаете, важно все вовремя заметить, вовремя исправить и вовремя сделать. Это вот пример того, как, несмотря что первые шаги были трудные, реализация состоялась успешная. Сегодня работает амбулатория на первом этаже, достойная. И на втором этаже терапевтическое отделение Славянской больницы первой на 30 мест. Отныне жители Светогорска могут, не выезжая за пределы города, получить амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, а также проходить рентгенологическое, флюорографическое и лабораторное обследование. Глава региона осмотрел кабинеты лаборатории и пообщался с медперсоналом и пациентами терапевтического отделения. Отопление у вас откуда? Отопление в котельной. Централизованное, да. К нам только снилось иметь такую больницу. Да. Вот. Мы так все довольны. И штат хороший. Очень довольны, да. Все то. Я в новую только поступил. Замечательно. Замечательно. Также здесь организованы консультации узких специалистов. Было не совсем удобно людям ездить в Славянск, не было никаких услуг. А сейчас появилась прекрасная гинеколог, у нас есть и стоматолог, и рентгенокабинет, и флюорография, и анализы. Поэтому есть удобство в этом плане, потому что не каждый человек может добраться и физически, и материально. Есть не у каждого одинаковые достатки, чтобы съездить в Славянск. В лечебном учреждении размещены физиотерапевтический, манипуляционный, прививочный, смотровой и ЭКГ кабинеты, кабинет стоматолога. Здесь же работает клиника диагностической лаборатории и пункт временного базирования скорой медицинской помощи бригады Славянской станции скорой помощи. У нас 2 семейных врача. Угу. По штату у нас больше никого нет. Мы справляемся. У нас богатый опыт. Мы умные. Терапевтическое отделение, расположенное на втором этаже здания, рассчитано на 30 коек, 10 из которых планируют использовать для реабилитации больных. Здесь находятся 2 палаты класса люкс, где проходит лечение ветераны войны и труда. Больные стационара обследуются в лаборатории, оснащенной новой современной аппаратурой. Я думаю, что такое место благословенное, где отдыхают и дети, и взрослые, и весь Донбасс, и не только с Донбасса. Я думаю, что мы достойны того, чтобы у нас такая была вот больница. Ремонт помещений и оснащение медицинским оборудованием амбулатории осуществлялось за счет привлечения спонсорских средств и средств Славянского городского совета. В общей сложности здесь благотворительных денег почти 400 тысяч гривен и 1 800 000 Славянского городского совета. То, что мы обещали в 2011 году, вот вы задали вопрос о том, что закрытия не было, было однозначно, сразу же говорился вопрос, что это будет терапевтическое отделение первой Славянской больницы. И сегодня действительно мы приняли правильное решение тогда. Это вот хороший пример медицинской реформы. Как можно здраво подойти и на выходе получить не просто слова, а результаты и реальные улучшения. Наталья Волошина, Первый муниципальный.